пары недель была такая сопливая погода. И вот наконец-то минус 2 ночью. И лыжня, конечно, схватилась достаточно здорово. И сейчас пульс к отжению мы видим. Эта трасса может многое выдержать. И так выходит втроем. Борьба сейчас будет за прямое попадание в следующую стадию. Светка пока уступает. Ольга первая выходит вместе с норвежкой, причем закрывает эту калитку. Польская спортсменка будет выкатываться пока из глубины. Посмотрим, что покажет Стина Нильсен. Она обладает очень неплохим финишем, но сейчас такой сверхсвежий все-таки не выглядела. Посмотрим, что будет на финише. Вот она выжидала и начинает включаться как раз на последних метрах дистанции. Посмотрите, Фала как здорово работает. Зарубается Полька со шведкой, но шведка все-таки не попадает напрямую. Хотя, понятное дело, по времени здесь все решится в пользу сборной команды Швеции. Итак, Норвегия, Польша, первые две позиции. Но мы видим, что у Фалы есть очень серьезный резерв. Понятно, что норвежки будут претендовать сегодня на самые высокие места. Это что касается, уважаемые друзья, вот этого.